Первый. Да. Ренат Георгиевич всеми своими усилиями на свои деньги возродил спорт в городе Бельце. Наша молодежь имеет чем заниматься. Баскетбол, футбол, плавание. Дети развиваются, дети к чему-то стремятся. Действительно, до сих пор, извините за выражение, называли нашим городом вообще ничтожным. Ничего не было, да. Молодежь курила, пьянствовала, гуляла. Сейчас дети заняты. Сколько медалей наши бельчане привезли. Был город, праздник города нашего, день рождения наших бельц. Вы видели, сколько медалей эти детки несли в руках, как они подняли, возродили нас город благодаря Ренату Георгиевичу. Ребята, если мы сегодня его отпустим, мы потеряем все, что мы накопили в копилку нашего любимого города. Мы просто обязаны не допустить этого.